Они всегда так делают, но сейчас у нас есть данные. Их надо остановить. Могу помочь. Супер! Отмечу на карте, где они собираются устроить засаду. Подожди-ка, сейчас я кое-что улажу и пойду с тобой. Нет, у нас, видно, нет времени ждать. Эх, если остановишь их, то не только спасешь жизни водителей конвоя, но и поможешь им доставить важный груз пекарю, а он передаст его людям. Сделаю.
Какие люди! Ты красавчик! Теперь они дважды подумают, прежде чем нападать на наши конвои. Надеюсь. Спасибо! Ugh!
введен без социальной гармонии. Запрещается грабить трупы солдат армии короля. Оружие и снаряжение собственности Рейгана Мина. Взять их значит обокрасть нашего великого вождя. Все взятки, схваченные за ограбление трупов солдат армии короля, будут арестованы и наказаны. Да, зарит вас на цвете, Рейгана. Снова объединим страну. Ты спас мне жизнь. Благодарю. Спасибо. Ты спас меня. Если бы не ты, не знаю, что со мной было бы. Хорошо, что есть сверчки. Если молчат, что-то не так.
скучаю по дому, потому каким он был до войны. Знаете почему? Я вам скажу почему. Потому что Адзай Гейл, боевая машина Золотого Пути, освободил все колокольни в Керате. А это значит, что первый раз за всю историю Керата ваш любимый Райдер Айрона стал самым крутым диджеем во всей этой странной стране. Райан Сигрид явно курит в углу. И это только начало. Сейчас я самый крутой популярный диджей во всем Керате, а потом я захвачу мир. Да, я и мой коллега, мы не будем о нем. Все это благодаря Адзай Гейлу. Адзай, дружище, звони в любой момент, поставлю, что захочешь. Блин, самое крутое шоу в стране. Райан Сигрид, недолго тебе осталось. Я же все сделал, сформулировал, чего хочу. Даже бумажку на доску пришпилил, и вот сбылось. Ставь музыку, чатру! Ставь музыку, не дуби! Я крутой!
Никто тебя не...
разрушен. Храм никогда уже не будет прежним. Мы должны его восстановить. Это же часть Ирака. Я уже приготовилась к смерти. Жаль, что его уже не восстановить. Солдаты по всей деревне. Думаешь, ты их прогонишь? Увидим. Спасибо. Я покажу тебе место на карте. Ты можешь прятаться за домами. Но смотри в оба, солдаты там повсюду. Я верну ваши дома. Это твой долг. Thank you.
Уничтожьте тут все! Нам некого отправить к вам. У меня патроны. Время утолить жажду мести за наших богов. Люди вернули свою честь. Время отомстить за Киру. Здравствуй.